Все зря. Так, по танцам. Еще раз. Гудлик, Джимбос, Мэри Джейн, Мирония, я или Кимсик. Это по очередности. Гудлик, иди, я тебя научу. Иди сюда. Поставь портал сюда себе. А, ну ты там поставил, вижу. Ну все, я понял. Зачем я такой хочу? Все. Так, Джимбос, сделай то же самое, поставь себе портал здесь. Ага, все, 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 все. Мирония, ты здесь был? А, ты не был, я просто думал, что был. Ладно, хорошо. Смотри. Сейчас быстренько про босса расскажу. Так, Гудлик, еще на третьей фазе, вернее, на второй фазе, ты ловишь Гороту на себя, понял? Ты выходишь сюда, ловить Гороту. Две, ловишь Гороту, две. А метку смерти. Да я это нет, все так делаю. Все хорошо, потом если тебя будет Джимбо стоять. Так, теперь смотри, Мирония. Суть. Первая фаза. Твоя задача по команде найти глазами танца. Ты прям увидишь конкретно, там будут стоять 4 перса и танцевать. Тебе нужно будет в них зайти, 9 секунд потанцевать, потом после танца по столам посмотреть, найти где-нибудь рыбку или кабана и скушать, и пойти бить босса. Кушать со стола будет обязательно, потому что если ты не схаваешь, то с босса не снимется стак, и ты будешь дамажиться очень мало. Кабан урон, рыба мана. Вот. Как только я дал команду танца закрывать, быстренько ищешь. Сапоги есть, бежишь, на сапога закрываешь. Нужно это сделать очень быстро, потому что когда танцы активны, они дают сало по рейду. Дальше. Вторая фаза. Я тебе скажу все про аномшу. Тебе нужно будет встать около босса, ну, в мини-зону, и стоять до конца. Ну, хуй с ним, с сапогами. Да у вас луков телепорт есть. Ну что, вы метки не ставите с этой и с той стороны по метке, чтобы отвечать, в какую сторону да, бежать? Ну давай поставлю. Изначально поделить там два тела да у креста, не, два не, тела не, здесь. Да не, это все херня. Бегать и так можно. Если они ближе к метке будут стоять, им меньше бежать будет по времени. Не знаю, проблем вообще не было с этим. Сейчас мы играем в звезду. Заливаем первую звезду. Вот, косты кикаем в звезде обязательно. Войд на трэше, крипаты на боссе. Давайте решим готовность. Угу. ДБМ даю. Будет, только не хуярь сильно сначала. Две секунды. Жмите приход. Играем все по звезде. Старайтесь играть более точно. Вот забери. Перегрип не у себя вообще. Готовим танцы. Танцы первые. Будет пошел. Да, блять, но она ушла, заберите ее. Падайте. Вернее, не падайте, а выходим из комнаты. Да пока сало висело, не там, тут с вами идет под салом. Давай я на трэше буду. Ну, на этом. Да, давай, наверное, сделаем наоборот. Вставайте, бегите быстренько. Сейчас посмотрим, что там появится.
Так, сейчас будут станы, присты. Стан нужно будет диспелить моментально. Стан увидели, диспелили. Стан будет по танку паладину. Давайте ребафимся, рыбку поставлю сейчас. Рыбку кушаем. Это лапку надо еще. Да, сейчас бафну. Все, бафну. Четыре, три, два, один. По звезде играем. Сильно не уешься. Играйте конкретно по звезде. Но нужно быстро убить звезду. Готовим станцию, сейчас будет. Буду пошел танцевать. В кресте танца. Гудлик, рыбка есть на столе, на большом. Быстрее параф играем. Дальше готовься джимбосс танцевать. Джимбосс, квадратик. Быстрее добиваем. Рыбка есть на столе около себя, вот, на маленьком. Все, пристрелить, дисплей больше ничего не надо. По морозу играем. Мы режим. Право. Мороз играем. Дальше готовься мирон танцевать. Мироня, танцы пошли. Я в кресте. Мироня в кресте танцы. Угу. Быстренько встал, отлично. Рыбку. Рыбка есть на столе, который слева от нас, вернее, справа от нас, от миликов. Там и кабан, и рыба. Да, вон, съешь кабана. Так, сейчас я потанцую. Я. У тебя есть? Хорошо, танцуй. Отлично. Блин, рыбка есть, ну там дохуя еды. Нифига нет. Кабан. Как нифига нет, Вудли, блядь. Вон кабан. Так. Господи, ешь уже что-нибудь. Кимсик, кто-нибудь быстренько танцевать. А где крест в танце? Лебнус. После Кимсика Мэри Джейн танцуешь. Нет, не Мэри Джейн, а Джимбосс. Джимбосс. Джимбосс там же танцы в кресте. Быстрей. Кушай, Гудлик. Эллер, Хрипата, схавать рыбку, вернее, тортик. Следующий я? Хорошо. Так, дальше мы Мэри Джейн, танцы, квадратик. После Мэри Джейн, Мирони снова. Самый быстрый кабанчик, ага. Фаза пошла. Все под босса встали. Хрипата забирай. Хрипата на себе отравляющий. Будет рано. Все, парни, не проебывайтесь. Первая метка. Хрипата забирай. Хрипаты, по команде ты 4 отдашь. Не стойте под нук морозу. Да, плоту не слышно, маленечко от него отойдите. Вот, забирай. Да сами. Как-то нам это не слышно. На... Стой, готовимся сейчас, скоро буду прыгать.
крепостной. Вот забирай босса. Крепостной. Отправляешь на себя. Может, ДПС, ребят, слишком слабо. Нифига себе. Ты сейчас умру. Не умрешь ты. Так, почему на лазере? Странно. Так, Гудлик, чуть ближе подойди. А, Гудлик, СС кинь по эйлеру. Джимбо скинь СС по Гудлику. Быстрее. Какая метка была? Первая или вторая? Угу, хорошо. Масса круг готов. Пошла. Чё-то я проебался тоже, блядь. Что, тебе нужно будет среагировать молниеносно. Смотри сам. Сука. Вам же ведь сказали не стоять вплотную. Мы не вплотную стояли, мы нормально стояли, не знаю, похер. На мне горота. Даже кимсик, ну не знаю, как мы проводим. Хайпатал практически. Гудлику. На ману гим есть? Да. Так, а режим надо гим на ману. Да, я вижу. А, так ты, блядь, надо, чтобы кто-то другой стоял. Ты ближе всех стоишь Гудликом, поэтому по тебе не прыгает. Надо было ставить кого-то другого, ладно, все, надо падать. Давай падать. Старик бежали. Он кидает грота на трех последних, на трех дальних от босса. Ты просто видишь, что стоял же это между этим Гудликом и остальными. Поэтому по тебе три хуячил. Сейчас-то поставим, наверное, двух локов поставим. И я буду отходить стараться. Гудлик, в следующий раз чуть ближе подходи к рейду. Рыбу ставлю. Неприятно был, согласен. Так, на следующий трай Джимбос, Гудлик и... Зачем меня? И, наверное, Мэри Джейн. Вы стойте примерно рядом, дальше всех, Качка. Нет. Слышишь, Шова? Бабл скидывает городу? Нет. Не скидывает, да? Проверял. Ничего не скидывает. Угу. Ну давай я еще выйду просто. Все, ребят, все то же самое. Ничего сложного просто, блядь. Сейчас. Эллер готов? Нормально все? Поставь метку на меня. Нет, я релогуюсь. Чем с Барнесса? Куда мне вставать? Сюда? Ну, сюда вот встаешь. На краешек столика вот сюда вот. Да, так я тут и стою. Лапку. Да, сейчас там. Давай, сейчас на пол. Сейчас, погоди, Рокс, кричи, этот Деморалис, пожалуйста. Хорошо.
Добавим дым. 5, 4, 3, 2. Играем по звездочке. По звездочке нужно бы костыки кикнуть обязательно. Будет не врывайся. Меня увидишь. Играй. Цель. Потанцев все те же самые танцуют. Готовимся к первому танцу. Куда она пошла? А, танцы в крестик. Джимбос, танцуй следующее. Крестик, Джимбос. Дальше мы режим. Все, по боссу поехали. Мэри Джейн, крестик. Угу. Дальше Мирони. Мэри Джейн, на большом столе кабан есть. Мирони, готовься. Так, Мирони, кресте, танцы. Угу. На столе там рыбка есть, на большом. Дальше Кимсик, если что. А, Гудрик, ты тоже можешь танцевать? Я. Все хорошо, я. Хорошо. Гудрик, танцуешь. Гудрик пошел. После Гудрика также Джимбос. Гудрик, есть рыбка на столе справа от Мирика. От тебя слева. Кабан появился на столе на больших зверях. Джимбос, готовься танцевать. Джимбос, вот, крестик. Ты стой в центре, а с противоположной стороны своего телепорта, чтобы тебе быстрее было добираться. Ну, Режин, ты успешно так танцевать. Джимбос, иди скушай, скушай быстрее что-нибудь. Обязательно кушай. Мирони, следующий танцуешь. Мирония, крестики. Быстрее, 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 быстрее. Ага, отлично. Так, рыбка есть на большом столе. Сейчас уже фаза будет. Ты басит АС, слабкешка получается. Фаза. Все подбоссы. Кого назначал, остаемся там. Я все, я сейчас вижу. Я просто за танками следил еще, блять, они сами нормально все делают. Так, мы режим чуть ближе к Мирикам. Джимбос чуть-чуть дальше, вторая метка. Кимсик, чуть-чуть дальше отбусы держись. Все, отлично. Обой забирай. Угу. Так, Мэри Джейн чуть-чуть ближе к боссу. Мироня, маленечко отойди. Еще дальше маленечко. Все, стоп.
Я видел их, ага, хорошо. Вторая метка. Нет, это первая метка. Так. Вторая метка вижу. Готовь массакру. И все лишние деф. Приготовься. Метка 8 секунд. Массакра. Сука, проебали. А, нормально. Вот, забирай. Все, сюда. Давай себе максимально топим по боссу. Добить его. Дай по мистерию, если есть. Так, вторая метка. Вторая метка есть. Трипад, ты 4 готов. Там. Не-не, ты 4, отдай. Хорошо. Ой, блядь, спасибо за плащ, хоть что-то. Что там? Я же говорил, Эйлер, она не выпадет. Плащ полутал наконец-таки. Так, танки, ГЦ. Стоять, надо же хилить оков. Что за плащ? Давай, Войт. Тебе надо хрипат? Вообще, слышишь, Войт, лучше хрипат ему отдать. Да мне-то похуй на эту тренинг. Давай хрипат, я лучше тебе отдам, тебе она на это нужна будет. На опере. Так, сейчас бабы смотритель, да? Угу. Сейчас я вам покажу, как профессионально надо на афлике умирать, смотришь. Блять. Пойдем дальше. У нас еще есть время. Что двух боссов можно? Да сейчас твой афлик гудлик не нужен, блять. Спекайся обратно. Не, на трэш. Немного наберу. Да, не нормально, нормально. На 3 показываю, как умирать. Один раз. Кидаю схемки. Видим. Там сзади еще. Ты гудлик со своей с блядь, ливнем, хуивнем. Войд, дай там. Куда уже? Я... Гудлик, блядь. Я... Нет, гудлик по прозванию белый. Вот здесь согласен. Чё, блядь, нагрел этих сюда, опарыша. Так это не я нагрел, там кто-то. А кто? Слева от лестницы. Блядь. Да, блядь, схуево. Сука, ты гудлик заебал, блядь. Я загрел тех, кто были за стеной-то. Гудлик, ты семка своей загрел их. Нет. Это коража тут вообще. Тут всё вылезет. Изо всех щелей. Чисто гудлик гопник. Семки есть, а если закину. Давай заливать. А до этого у тебя какой плащ был? Там уже лучше был, нет? 258 плащ. А, кстати, слушайте. Уже пулик друзья. А перчатки-то мы что-то не разрулили. Так они никому не нужны были.
Никому перчатки не нужны? Не на демона пойдут же? Ну, если сюда. Сейчас я заберу и сбегаю. Ну здесь трэш стрёмный, это ну реально пиздец какой-то. Что-то невозможно просто. А у тебя хита перекап уже? Или как? Нет, сейчас мне будет не докап, мне нужно будет камень ставить. Ну, таланты может перекинешь. Или у тебя уже и так 3 из 3? Нет, у меня там 3 из 3. Ну, я таланты перекидывать буду только в этом целка. До целка еще пиздец. Какие таланты ты шо? На 5% крита, который ты не вкачал. Мало того, что на морозе не дамажишь, еще и крит. А, и расползли. Получается, Кимсик убивает хрипа. Бой. Чисто убийство. Давай присмотрите, Кимсик, кто у тебя будет раскрывать. Враждебные гильдия. Мобы. Все здесь. По конкубе не играем, звездочка. Нет, сейчас поставлю. Звезды играем. Точно бьем по ним, пацаны. Что ж, блять, у нас с трэшем проблемы такие. Потому что магический урон снижен, и хрипат не может нормально угроз собрать. Ну, по-моему, физически тоже снижен. Ну, блин, ну ДК... Большая часть агры идет от Т4 и Лео Пэш, а это все магия. Будь здоров. Я помираю. Крахмала занюхни, сразу получше. Больше, тихо. Больше позвоночки играет. Че, не будем ДЦ спектр делать? Сейчас перемажем. Надо фаски перебить и масло гримасы спать. Ну, у кого там алхимия нет? Больше по звезде. Ну и на сами сказали, что это.
Не дамажу. Так, вот здесь проблема то, что у нас здесь первый раз кристик. Ты чё? Метку ставишь на следующий, бегаешь. Сейчас я все объясню. Смотри, прист, пока про босса расскажу. А, босс манекен, ну по сути манекен. Там все, что нужно будет, это вынести лужу, если она на себя упадет. Вот, и полутать так. В этой луже по команде. А так цикличный. Я сейчас все расскажу, не переживайте. Да блин, я просто привык еще со времен X2, потому что мы когда ходили, мы первую выносили вдаль, вторую здесь. Какая разница? Вообще не знаю. Быстрее добежишь. Не, не, это правильно, по идее, первую ближе выносить. Да никому не нужен этот. На, забирай. А, так. Смотри, Прист. А, бой начинается, мы бьем вот отсюда. Сейчас метки поставлю, если что-то проще было. Деву уже убили. Так вот, смотри. Начинаем отсюда. Тебе нужно по команде будет лужу вынести сюда. Если здесь лужа уже будет, то выносишь вот сюда вот, в другую метку. Вот. И возвращаешься на то же самое место, откуда бил. Потом, когда я говорю ултаем стаки, здесь будет лужа, тебе нужно будет зайти в лужу, буквально 1-2 секунды постоять, увидеть на себе новый дебаф и выйти из нее и встать обратно туда же. И все. Вот, если я дам команду отбежать назад, быстренько отбегаешь вот так вот назад. Вот. Где тут? Не знаю, мы отсюда все время начинали спокойненько, никаких проблем не было. Так, все, остальные все знают. Сова в хиле, да? Что? Сова в хиле? Может, да, Сова в хиле. А на масса крова не видит, да? Да. Да. Тогда первый я сдаю на вторую метку, а на перефазе он будет сдавать как раз 2 минуты. На первой метке сдаешь ты, то 4, а потом он. И потом ты. Да ладно, господи, ну зафейлишься, ничего страшного. Просто может снести вот это, как его, священный огонь, что ли, как его там. В смысле? Смотри, перед меткой, сдается вот этот каст. Ну. Ну. То есть, если так заранее. Да я просто сдавать. Я просто команду буду давать и все. Но я знаю, когда нужно лутать. Я буду битву в фултайм стаке, все будут лутать стаки, все. Лапку. А, это Шова или Войд, есть у вас фласки милишные? Милишные? АП тебе надо? Да, на АП. Все, мне Шова дал. На сотку больше они стоят. Ну,
Блядь. Потом докинешь почтой. Давай. Булик, Булик, пей. Лапку, да? Сейчас там. Ага, очень смешно, Илья. Все, вижу, ага. Давай, Серчи, дай. Хрипат, знаешь, кто, блядь? Мэри Джейн. Каску дайте по Мэри Джейн. Вижу каску на Мэри Джейн. Все, давай, Серчи, дай еще раз. Ты стрим, мне даже подсчит. Так, каст покаяния собью я, джимбосс. Каст покаяния никто не сбивает, я собью его сам. Вторая метка, готовимся. Эвер, убежал. Полутаем стак быстрее. Полутали стак. Давай, только по боссу. Так, что-то не понял я, почему ты сдох. Да там тик. Боже. Тик ему убило. Ладно, сейчас посмотрим, как мы щит пробьем. А щиты мы хуёво пробиваем. Блять, хуй его без друида. Вот эта священная молния после... Ну я понял. Да не, я знаю, как это работает, просто видишь. А, Мироня. Угу. Ты просто сказал идти лутать стаки до молнии. И потом просто Войда убила молнии. Я сказал сразу после молнии. Нет, потом был шок, а потом была еще одна молния. Блять, я тебе сказал, я сказал лутать стаки после молнии сразу. В чем проблема? Сколько мне еще раз нужно повторить себе? Кимсик ушел? Ждем молнию. После молнии сразу лутаем. Стоп. Лутайте стаки. Так, сейчас мы не успеем. Заново бить его. Падайте. Бегите его лучше. Бегите лучше. Просто бегите лучше, мы же не успеем. Блять, я отвлекся, проебал эти. Ты сейчас его хребата поставил, ты слишком рано. Нужно было позже ставить. Не в том месте, откуда ты начинал. Ну, вернее, в том же месте, откуда ты начинал. Короче. Так, короче, чтобы вам проще было, когда вторая лужа появилась, он будет кастовать молнию, священную молнию. Как только он ее скастовал, ждете буквально секунду и идете лутать стаки. Да, шок я сбил, молния, буквально одну секунду ждете и идете лутать. Одну секунду ждете, чтобы вас прохилили. Ты хрипата отдавал за 4 первый раз? Отдал, но чуть позже. То есть под вторую метку надо сдавать мне, а я чуть позже сдал. Хорошо. Тут мы срез дали, чего уставали поздно. Давай, я сейчас рыбку ставлю. А, ты имеешь в виду именно про шок? Ну да, до шока, да, так и было. Я просто, видишь... Мы лутаем после молнии, после первой молнии мы лутаем сразу же. А ты прошок имеешь в виду, я понял себя. Я понял. Мы-то лутаем, видишь, у нас молния въебала, мы сразу пошли полутали, а потом уже шоки, хуёки и так далее. Все, поели? Быстренько бафы раздайте, каску поварам, парит каску. И лапку. Сейчас нам. Ну я понял тебя.
Давай, сейчас так будем делать. Так мы тоже без десейла убивали. А мы убиваем тебя только без десейла. Так, хрипаты пока не агри. Next. Гудлик. Все хорошо. Сагришь на этой. Припочки, хаспочки. Пьем. Ух ты, ебать. Кто у нас сейчас первого лужа будет? Гудлик. Бежал. Потом прямо уж спустя. Шоу. Болтаем стак. Т4. Чуть-чуть назад. Ага, все, отлично. Отлично. Максимально топим по боссу. Не сбивай, не сбивай. Сам сами. Поехали. Ну, хотя ладно, нормально. Нормально, подожди, это шоу. Готовимся следующего выбирать. Ждем. Масса кру, лутаем стак. Быстрее лутаем стак. Гера пошла. Ах, ладно. Да не давай, ну ладно. Я собью. Так же поставишь. Дальше маленько притяни его. Еще. Буквально шаг один. Гудлик вышел. Гудлик. Гудлик. Угу. Все, стоп, стоп. Т4 уже есть. Готовимся к трудолужу вместе. Лагает, Эклер? Эклер. Эклер. Ждем каста. После каста ултать ждем. Пошел ултать. А, на блять. Ах, отлично, 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 отлично. Один вздох. Все, фильм, они типа напух. Планил. Давайте, ребят, максимально топим. Блять, не хватает. Я собью. Не лагает, по-моему. Чуть-чуть. Кипсик, а ты чё? Спишь? Все, стоп. Оставляй здесь. А, мы без кипсика берешь, что? Ну ладно, это нормально все. Да. Кипсик сразу. Так, чё у нас там? Шоу, живи, воды. Следующий лужу готовимся выносить. Вот. Чё? Ничего. Чё, он куда пошел? После каста Т4 отдавай, лужу утаем быстрее.
Не понял, что я не улутаю. Лужу. Пиздец. Сейчас поутаешь, выходи. Меня максимально похилите. Все, сбили нужно. Отлично. Я сабель поставил. А, хрипатый, сейчас поставишь ее чуть-чуть ближе, чем обычно. Я маленько стамином припался. Так, это хрипатый, еще есть три по команде, давай. Нет, чуть-чуть подальше, маленечко. Буквально шаг один, гудлик вышел. Гудлик. Стоп. Готовимся на служебность. Кимсик. После молнии пытаемся накидим. Чуть назад перейти. Узор. Нормально, отлично. Пусть. Так, отжим. Давайте, если у кого-то что-то откатилось, вязайте. Да нормально, сейчас так как экзекутка. Быстро ночь. Все, можешь его никуда не везти, оставляя здесь его. Лучше просто выносить в разные стороны, и все. Лучше просто выносить без рейда, и все. Больше чем его делать. Кипсик. Отлично. Чу, задолбало. Как в прошлый раз улут. Так, что улут не поменял. Боже, да что за бред падает постоянно? Так, кимсик. Кимсик ГЦ получается. Отдавай на ручей эти кимсику, а ладно, я на распу забирай. Это говно просто. Чё? На распу? Кому нужны? Наруши нужны эти? Пристаните кому отдать. Какие там, кожаные? Нет, ладно. А, кожаный, нихуя себе, заебись на рогу. Ну, кожаный это кимсик, на этот, чё, там, бисовый зап. Хера себе, 213-й наруч. Так, а на распыл нужны кому-то латы? Губли. Ну, закинь мне, это, не на распыл, у меня такие есть, я, это, второй камень ставлю. Я понял, хорошо, да. Будет левел, там будет 48 уже такой. Я не понимаю, это кара какая-то проклятая. Тут второй раз падает одинаковый лут. А, и три нормально? Раза эти запы долбаны. Это нормально для каражан. Это дерьмово. Мы ходили, короче, вот нашим статиком. Это грудятина какая-то, где алибарда? Где постоянно сзади бегут, пидоры сзади бегут. Кто-то сагрил, на кого не бегут. Пусть знает, на кого бегут, но кто-то на какого-то гудлика. Мы нет, нашим статиком ходили. 4 КД нам с этого, как его называется? Сука, с девы? А нет, не с девы, с кого-то... А, с этого, с копыта. Блядь, фу, с копыта. С мороза падал один и тот же лут. Первый раз нам упали сапоги и что-то еще. А, и эта хуйня на друида. Тотем там или кто у него? Ибо. И все оставшееся время нам падало одно и то же, кроме сапогов, там какой-то пояс падал. Просто одно и то же падало. Присумуете, я смотрю, куплю камень на хостов причем. Ну, у нас алебарды падали, у нас падало за 2 КД 2 алебарды. Вот. А ботинки? Где ботинки? Да ботинки не падают, как рот. Ну, блин, Эллер, я вот только... Я тоже только-только выпал вчера. Я тоже первый раз увидел за 2 месяца. Куби не слетает, куби такой, там? Кого? Щит? Вероня, мы все закрыли уже. Да, игру магии тоже мы закрывали.
ХМ, ХМ, да. Ну, видишь, вон у Эйзера сверчок. И эти сапоги из бруля. Так, чё у нас смотритель? Сколько у нас людей новых? Один. А не, круто будет это... ХМ-ки, БК-шны, они легкие, кроме... они все легкие, кроме прожжённых. Ну, нынешние. Присмотрим. 500 голды. Так, итого на данный момент 933 хосты. Много. Мэри Джейн, ты же с Новосибирска, да? А в каком этом районе живешь? Я так понял, Роксику вообще не видел. Калининский? Ладно, я понял. Чисто Рокси примчится тебе с бутылкой водки и цветов. Пиздец, блядь. Хуями. Ой. Меня девушка не интересует, я же говорю. Ты больше по гудликам. Ну да. Он больше по гудликам. А что если ее девушка интересует? Хорошо. Ну, тогда надо брать камеру и снимать. Шарик что делает? Какие тебя интересуют, дренейки или гномихи? Эридарки. Надо быстрее убивать, я спать хочу, уже пиздец. Ты вот на работу завтра? Если робот, если смотрителя убьем, пойдем гнев или нет? Ну, посмотрим, там, если все согласны будут, то пойдем скажем. Да гнев, изи. Ну, ага, блядь, конечно. А сколько у нас на шиках вроде? Ну, гуды посчитаем на шик. Ну, смотри. Не... Мирония. Ты. Эйлер. Кимси, Кейлер, ну и все. О, так это вообще пиздец. Хрипат, ты блядь, живешь. Мне будет Боб давать. Да нам хватит четырех наших. Там 4 каста всего делается. Тебе гудлы только в рожу могут дать, пюрешка. Бог. Не, я же после этого кожевку качал, у меня уже есть. И... Чарк. А, тетя, он... Да пофиг, он скинет себя этим ванишем, кошами. Войн, брат, ты куда? Вот здесь Ваня упал, ёбан. Типа, ну, я тоже сейчас таким. А что за хуйня? Где хрипаты? Я бью одного моба, а меня бьет другой моб. Смогу? Ты там нажал, наверное. Я? У меня да, нет. Сейчас мы пачку убьем. Так, ребята, мы на Арана пойдем, на Арана и на Копыта пойдем, когда у нас Суза придет. Это то есть с понедельника, получается, в среду нам нужно будет сходить. Остальные дни можете ходить. Отдыхать от рейдов. Мирони, у нас слота уже, скорее всего, не будет. Ну, мы просто, видишь, мы в 2 шпшки, там не получится. Нам нужен будет маг, который бурсит сильно. Шпшек урона маловато для этого дела.
Стоп. Гудрик шкаф. Кого, вагон этого самолета? Кажется, какой-то полк хочет быть незахиленным на смотрителе. Да, не, слышишь, ребята, у нас уже кап, шипошник. Там и так, видишь, скорее всего, вот тут... Ну, я и говорю, он вот. Почему бы и нет? Какая разница? Вот, а ДКшников, блин, вот до хрена и куча. Давай, Витя, в атаку. Шо? А ты, короче, благодарность запомни нас и скажи своим, чтобы нас на тебе не трогали. Урфрайт, слабый. Кимсик. Только не лосы. Чё? Где ДПС, по-моему? Нет. Джимбосс. Ну, почему нет? Трэш, ДТПС, босс, там... А ты попробуй на босса кинуть это проклятие стихии. Проклятие стихии вешает другой локоть, так. Так, давай, все, хребаты, по одной башке, пойди сюда. Да, Кимсик, ты тоже ничего сложного. А кто там первый, кстати? Ах, не знаю. А ну, с чернями. А, у нас тут его платинки разъебись. Это что? Платин? Сайдер. Не аркан, конечно, но... Да, Власик сложнее сейчас, сложнее аркан. Власик это шариками, думаю. Или да, это... Власик это шариками, да. Я его вообще не могу. Давай, давай, ребята. Макросунчик есть. По одной пачке. А, Гудлик, забань вот этого вот большого. Ребята, веди... Веди пачку, которая там стоит. Большому. Вот, держи его в контроле. Что он, контроль? Проебался на Аликаст. Неправда. Правда. Он вышел, прошелся, и когда я специально, и умер. Вагон на музыке. Какой вагон, блядь? Не-н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 е-
пошел. Блять. Все, играйте по второму. Хорошо. Минутка такого себе юмора. Когда хоронят бульдостанцев, их разрезают по кусочки, чтобы больше урожая было. Бульбастанцы — это, короче, жители такой страны, Бульбастан называется. Такой нет. Ой, поднимите, пожалуйста, меня. Ну, вагон. Спасибо. Да, на вагон получается. Дайте джипсы, я сломался. Есть джипс?
Выйдите все из комнаты. Из комнаты все вышли. Гудлик, глаз. Слушай, шоколадный. Открывай. Саша, из глаза. Лиловый, зеленый. Давай, расчехляй быстрее. Дайте Джиса. Да ты, блядь, глаз твой. Иди сагри сначала, потом Джис. Зачем? Я не хочу. Давай, все, агри. Ну вот, это за красавку готовы убить. Что вы убили? Есть сухого джиса? Ну, Гудлик, лети, чинись. Старшка, лети, чинись. А, поставь джисы. Чинись, Гудлик. Я пошел моба. Давай, агри моба. И босса забил. Картошечку хотите, да? А где джис? Не вижу. Он там. Внутри. Там где босс. Там. Там. Так. Читал кто-нибудь Густава Эмара? Читал Густав, что ли? Не в том. Ты не в том дискорде. А этого Майнрида? Нет. У нас Гудлик только этот Майнкампф читает по вечерам. Обязанности, да, невального. Я помню обязанности этого помощника начальника Карула по ТСО. Это все, что я помню. Сейчас я метки поставлю, расскажу. Рассказ недавно прочитал про Сашу Стрельца, удалого молодца. Я там закрываю метку, там где это, там где босс. Дальний. Сопрот не надо. Вы слышите звук? Какой-то колокол бьет. Так, Эллер, череп. Это клоун из Оно. Эллер, череп, Гудлик, ромбик твой. Гудлик, поставишь около Луны себе портал. Джимбосс, Луна твоя. Когда боссу пульнем, поставишь себе портал около ромбика. Дальше, Мирония, твой квадрат. Шова, твой, наверное, будет крест. Че у нас стала печенька? Так, Мэри Джейн. Мэри Джейн, трусы. Так. Это когда аркан или когда? Да, это на аркане. Я позакрываю в печеньке. Войд, ты давай, ты тоже посматривай. А Эльдер из черепа достанет тех, кто дальний закрывает? Так, куда мне посмотреть? Что? Че говоришь? Да, достанет. Где ты говоришь, выйду? Трусы? Войд, Войд, мы с тобой милики, мы с тобой закрываем либо в мирезоне, либо если там где-то нужно будет закрыть. Зеленый шарф. Бежим туда. Че, рыбу, лапу? Эльдер в черепке стоит, нормально все. Ему, по идее, должно хватать. Ну, у нас Эрдружка стоял всегда в черепке, поэтому, ну, проблем не было. Рок, смотри, если будет вот этот, как его, руны, так. Я буду в мили-зоне брать. Что еще раз? В мили-зоне я буду брать. И... Не надо.
Хрипатый. Я буду жмать. Слышишь? Не надо ничего делать, стой танчи просто. Вот этот скилл, который по центру появляется, на него надо левый или правый нажимать? Я заебал. Да хуй знает. Левый. Так, все, пожалуйста, напишите себе релот. Да, релот. Вынесите так. Макрос на панель. Теперь для тех, кто не помнит, для тех, кто здесь не был ни разу, смотрите. Получается, это три босса. Смотритель, Лайсинг, Poison и Аркан. Первый у нас Лайсинг. Наша задача бить Лайсинга. Вот, он будет спавнить этих, как их зовут? Сферы надо будет убивать. Кто убьет последнюю сферу, тут на том появится нестабильная энергия, он выбирает цель босса, когда босс начинает каст аннигиляции, нажимает на кнопку посредине экрана, сбивает каст. Потом переключается обратно в сферы, потом выходит... Ты думаешь, что-то понятно, когда так рассказываешь слишком быстро? Я бы хуй что понял. Ну, я бы тоже не понял. Ну, вот, да я раз. И так нихуя не понял. Бьем Лайсинга, вот, он будет спавнить сферки. Нам нужно будет быстренько всем свичнуться сферку, убить сферку, и тот, кто ее последний убьет, у него посередине снизу появится такая кнопочка. Вот, и этой кнопочкой нужно сбивать каст босса. Босс будет кастовать аннигиляцию, ее нужно сбить. Вот, и я буду все это дело анонсить. Я правду сказал. Вот. Это первый босс. Ну вот, то, что стоит сейчас. Дальше у нас будет Аркан. Вот, Аркан ставит также звезду. Вот. Мы его бьем. По команде стопаем ДПС. Прямо я сказал, стоп ДПС. ДПС должен быть остановлен. Вот. Вот. И будут появляться руны белые на полу. Их нужно будет закрывать. Синие, белые, неважно. Их нужно будет закрывать. И будет появляться 6 рун. Руны закрывают по меткам. То есть ты стоишь метки, смотришь вокруг себя руну. Если видишь руну, закрываешь ее. Вот. Сейчас попробуем просто. Вы все это увидите. Вспомните. Вот. Так, на Тихо. На Пойзене мы становимся в центр сюда. Все. Мирики, РДшники и просто РДшники бьют босса. Мирики стоят и покажутся. А Павел там диспелит, помогают, и все. Да выпей, наверное, СПД. С проводником молнии отходите. Да, с проводником я это по анонсу. Да, Эйлер, тыкни, наверное. Мироня, на третьем боссе просто стоишь вот сюда, в центр, и стоишь, бьешь босса ФК. Где мне держать первый босс? Вот это. Звездочка. Ты всех держишь звездочки. Ну, Лайсинга и Аркана. Все, давай, я на пул даю. Вот так рыбу, давайте поставлю руку. Сейчас пойдем уже. Какой спад, сейчас же только 10. Ну, у вас-то 10, а у нас B2. Эти смотрителя убили. Ты что бы меня убить? Там, ну, вы их догнать, блядь, бомжи. Да мы не догоним, там все тактики знают. Да похер, блядь, на тактики. Гиром задали. Не, мы... Лапку. У них там еще состав нормальный. И гиром мы их не задаем. Все, давай, Серж, дай. О, этого шара на будинке наконец-то посох взял себе. Все, бежи, давай, рот закрыл. ДБМ пул даю. Чудовище. Тихо. 5, 4, 3, 2, 1. Прием, полетели. Звезду его. На пул отдали, чтобы босса играть. Готовимся играть сверху. Улик. На себе проводник, по-моему. Ждем сверху. А сверху сыграли? Все свичнули сверху. Быстрее. А, Мироня. Тыкай. Отлично, молодец. По сфере сыграли? Быстрее. На ком проводник, блядь? Быстрее сферу добиваем. Так, я буду сбивать. Скажете, когда... Ага, вижу, все сбил. Так, джимбол следующий сбиваешь.
Сверка, играем? Сверка в уголочке. Быстрее сверху убиваем. Проводник. Джимбосса забивай. Молодец. Я следующий забиваю. По сверке сыграю. Мэри Джейн, ты сбиваешь после меня по команде. По сфере играем. Все сферы свечнулись. Я собью. Мэри Джейн, ты сбиваешь следующее. Мэри Джейн, больше сверкой старайся не добивать. Я себя собью. Сфера. По сфере больше играем. Мэри Джейн сбивай. Сейчас после сбиваю я. После меня Мирон не сбивает. Больше по сферке. Проводники смотрим на себя, выходим с проводниками. Сферу добили быстрее, сферу. Сфера. Так, я собью. Мирон, сбиваешь следующий. Сферу убили. Так, после Мирона я сбиваю. Сфера. Хрипаты, готовься ловить. Хрипаты, аркана поймал? Хрипаты. Блять. У нас лок умер. Хуёво вообще. Так, шоу, вот, придется тебе бегать. Без вариантов, к сожалению. Стопный ДПС. Закрыли руны. Около меня. Рейд прохилили. Все, бимбус. Блять, блин. Ты чего умер? Ну, можно и выйти, блядь. Надо убить. Ну давай побьем, посмотрим, чтобы этот. Все вспомнили, что происходит. Вообще можно убить, по сути. Закрыть. Все равно закрыть. Так, кто там? Кто не добежал, Химсик? Ну вот, посмотрели. Так, Эллер, как проходило, у вас нормально? Лежите, мы срезаем. Первый босс вообще, типа, изи, бля. Угу, типа, я понял. Даже... Гудлик сдох от непрохила, правильно? Лично я до Гудлика не достал. Угу. Вагон, так, ребята, и сразу после рун не бейте. Дайте прохилить рейд и начинайте бить. После рун сразу, как только руны взорвутся, ждите секунды 4 еще. Постаньте один хил с одной стороны, другой с другой. Я понял. Давай, быстренько прохилим. Обещаю, все там. Лапку даю. Рыбку. Так, рыбку ставлю. Так, ну все плюс-минус поняли, что делать. Как-то... Проблем я вообще никаких не вижу. Сейчас либо субьем. Да, можешь сопротик, кстати, бахнуть. Я сейчас, наверное, перебью сопрот, но, в принципе, дальше особо ДПС не нужен. Да не, Мирон, ты нормальный, молодец. Первая, да, самая сложная, просто видишь, нужно очень быстро убить первую сферу, чтобы у нас появился этот. Потом проблем уже не будет. Все, давай, сверши, дай на пол. Каски проверили всякие на себя. О, бля. Хрипатый. Войт. Пету, ёбок, умирает. Дебил. Хрипатый. Кимсик, ты убил моего Пета в прошлом раз. Хрипатый фермер латный, подъем.